Николай Витальевич растет серьезным и деловым молодым человеком. Он ставит цели и ищет реальные пути их достижения. Но, как все дети, читает Гарри Поттера и верит в чудеса. Поэтому сделал свою карту желаний. И о чем это мечтают современные дети? О ноутбуке, велосипеде, домашнем кинотеатре, фотоаппарате и MP3-плеере. По самым скромным подсчетам, желания Николая Витальевича выливаются в кругленькую сумму, а денег накоплено... Всего 1400! А ведь еще и в первый класс надо собраться. И составил Николай Витальевич список необходимых принадлежностей и собрался в путь. Самое главное запомни, вещи для школьника должны быть. Они должны быть прочными, или их, чтобы их было легко заменить. Вот от этого и будем отталкиваться. Пенал для первоклассников должен быть как можно прочнее и проще. Эти пеналы все для девчонок. А мне нужен вот такой. Ну, кто бы сомневался, паук – любимое насекомое. Наполняй пенал ручками и карандашами на свой вкус. Вы имеете в виду, что я левша, и мне нужна специальная ручка? Оля, смотри, вот набор есть. В него входит ручка, карандаш, грифель для карандаша, ластик и точилка для грифеля. Тоже для левшей. Чтобы не создавать стрессовых ситуаций, покупай не три, а десяток одинаковых, но дешевых ручек или карандашей. Даже с моей практичностью я их все равно буду терять. Это правильно. Учись писать и считать. Кто знает, может быть, вырастешь знаменитым писателем. А может быть, скульптором или художником, если уроки труда прогуливать не будешь. Для уроков труда школьникам могут понадобиться цветная бумага, картон гофрированный, цветной или белый, ножницы с тупыми концами, клей, нарукавники и фартук, чтобы не испачкаться, кисточки, краски. Гуашь. Канцелярский список продолжает тетради. Вот эта тетрадь мне больше всего нравится, потому что тут изображен мой любимый герой. Тук-тук-тук, я человек-паук. Тук-тук-тук, люби. На обложке хоть человек-паук, хоть Винни-Пух. Главное, что бумага в тетрадках должна быть белого цвета, без посторонних вкраплений, а линии четкими и контрастными. Это чтобы зрение не напрягалось. Молодец. Еще, Николай, не забудь про обложки для тетрадей. Это чтобы они не пачкались и прилично выглядели. Сюда я положу тетради по русскому, по математике. Ну, хоть за аккуратность, у тебя будут пятерки. Хоть и в первом классе оценки не ставят, но дневник все равно нужен. Домашнее задание куда-то надо записывать. Выбираем дневник, самый простой, но сердцу милый. И переходим к выбору самого важного, к выбору ранца. Вместительный и необъемный – это раз. С широкими лямками – два. Ну и со спайдерменом – это три. Но у мальчишки есть мальчишки, они же не будут выбирать цветочки, лепесточки. Мальчишки и девчонки разные, но объединяет их одно. Все они любят праздники и сюрпризы. Каждый год 1 сентября мы вместе со школьниками отмечаем День знаний. Это большой праздник, а у некоторых ребят исполняются мечты, потому что они могут получить подарок – ноутбук, фотоаппарат, MP3-плеер, домашний кинотеатр и велосипед. Ну вот, Коля, не зря на выпускном в детском саду тебя называли самым мечтательным ребенком. Мечтай – это не вредно. Главное – учись хорошо, а там, глядишь, и все мечты исполнятся. Коля, а ты чей такой будешь? Так я же сын Татьяны, дежурный по рубрике.